Это я, обычный учитель музыки. Когда всех детей родители отдавали на бокс или борьбу, меня посадили за фортепиано. Ну что, скажете вы, ты не ошибся каналом? Это мог быть финал истории. Но это тоже я, учитель музыки. Просто теперь я штурмую посадки. Моє відео не про супергероя, який створений для війни, а це звичайна людина, як і більшість на фронті. Євген Остапенко пережив невдалий штурм. Він сам опинився на території, яку контролювали росіяни. За ним постійно стежив ворожий дрон. А щоб повернутися до своїх, потрібно пройти численні мінні поля. Це звучить, ніби якийсь сценарій для голівудського фільму, але насправді це українські історії, які щодня пишуться десь поруч. Мене звати Сергій Пейчев, це канал Пресинг. Одразу підпишіться і вподобайте це відео, якщо ви теж хочете. Аби про таких простих, але водночас героїчних людей знали набагато більше. А як учитель року опинився на штурм? При штурмі пропав Остапенко Каївен. Знаєш, що тебе хочуть вбити там кожен день, тому що руски не знали, що я там. Міні поля. Як ви взагалі наважились на них іти? Там було розорване тіло. наше командование, она подумала, что это, это я. Уже меня, как говорится, похоронили. Вышло так, что за життя уже двичи помирали? Да, когда приехала скорая, да, они мне констатировали смерть. И, как говорят, там, ты идешь, там, видишь там, свет в конце тоннеля, нет, такого не было. А лекари уже перестали бороться? Она уже начала, я помню, что звонить, что у нас это, ну, труп. Ми чули багато унікальних історій на фронті. Військові, з якими спілкувалися, сказали, що у вас вона особлива, таких історій дуже мало. Що з вами трапилося? Тому що дехто каже, що про це треба теж знімати фільм. У нас були штурмові дії, запорозьке направлення. Ми зайшли малими групами в одне село і почали направлятися до позиціям врага, щоб відбити ці позиції. Когда мы уже зашли в это село, по нам открыли огонь. Нас где-то дрон увидел, да, открыл огонь БТР, начал стрелять трассерами, пули просто летели над головой. Кто разбежался в разные стороны, кто залег, были там дома рядом. Я упал на дороге и пополз с дороги, потому что я понял, что там пули начали прямо по дороге бить. И такой был небольшой овраг. И я увидел забор. Под забором такая как ямка. И я просто пролез под этот забор и укрылся в траве. Когда я оказался в этих кустах, я видел краем глаза, да, ребята начали отходить за дома. Я оглянулся вокруг. Я оказался в западне. Вокруг был, это как был какой-то полисадник. И получается очень высокий забор. Я решил принял такое решение, что я пока останусь тут, выжду, когда закончится огонь, и по прекращению огня начну отсюда выбираться. А Штурм у вас был первый, или уже было до того? Э, нет, это вообще первый штурм наш, да, был, как говорится. Ну, мы еще не было у нас прямых стычек с врагом, э, по крайней мере у меня. Ніколи не було. Небольшой шок, коли БТР работал, я вблизи только перший раз услухав, і коли по Тік стріляють, ну, ощущення, були ну, несприятні, як говориться. Ну, Кажуть, штурму це найважчі робота. У вас що найбільше емоційно зачепило, тому що, як ви правильно каже, такий шоковий стан, напевно, організму людини, тому що люди до такого не звикли. что по ним валят с БТР, там, еще с какой-то тяжелой Я согласен, потому что много, вот у нас батальон, он получается, как сформирован заново, да, много нов новых людей, и люди эти, как вы знаете, не солдаты, кто-то учитель, кто-то на заводе работал, там кто-то в офисе. И нас, как говорится, обучали там не по полгода, там а старались быстро нам курс пройти. Месяц-полтора мы обучались, да, а потом нас уже посылали, как говорится, на фронт. Но очень страшно было, очень страшно было. Но я вот это как вспоминаю. Да, то до сих пор вот эти события не могу забыть. Ну, психика просто ломается у людей. Ну, я потом, когда пришел через 8 дней... Я дивився наших ребят, там просто пусті Ну, Много людей потеряли при штурмі. Це реальне відео того штурму. Точніше вже його наслідки. Бій тривав кілька годин. Євген потрапив під обстріл і був відрізаний від основної групи. Знаю, що тебе хочуть убити там кожен день, тому що русські не знали, що я там. да, меня, я был там замечен, я прятался в домах, я был без еды, без воды. Наши отошли до той точки, где мы должны туда были прийти. Но там, получается, они, с ними были саперы, с ними была разведка, дроны наши шли. Чтобы пройти до этой точки, там надо было пройти минное поле, там везде мины накопаны русскими как противотанковые, так и противопехотные, растяжки по посадкам, потому что мы посадками не пошли, так было ну, задумано, потому что там растяжка на растяжке. И саперы с нами шли, они вот дорожку, какую-то тропинку одну разминировали и все. Я когда вылез с этого полисадника, я пошел след ребятам, потому что я знал, где эта точка находится, да, ну, когда я вышел на последний дом, там уже начался бой. Я был где-то 600-700 метров от наших ребят, так же само от русских. Они стояли на другой стороне, получается, наши ребята стояли слева. Я решение принял не идти к ним, потому что было поле, оно заросшее было. Во-первых, что оно заминированное, во-вторых, меня бы они могли воспринять как врага, понимаете, и открыть по мне огонь. Потому что были все уже там, а русские, получается, они ближе подошли. Я видел, как они бежали. И я решил просто остаться тут. Просто прикрывать ребят, когда они будут возвращаться. И плюс, я почему не стал стрелять, потому что я увидел, что наши ребята переместились там на перекресток, заняли перекресток и начали стрелять. Я просто мог бы их зацепить, если бы я ну, открыл бы огонь. Начался сильный обстрел минометом, начался сильный обстрел кассетными э, снарядами. И когда ребята начали отступать, начали большие потери быть. 300, 200, да, и получается, я отошел сзади дома, и прилетела мина, меня просто откинула в сторону, меня сильно контузило, я потерял сознание, но я начал вставать, все равно, ну, очухался немножко, и пополз, там стоял тракторный прицеп. Я просто понял, что если я до него не доползу, сейчас будут опять насыпать мины, потому что их дроны уже летали там. Рацию я потерял, когда еще на дороге. У меня была рация, на дороге я ее потерял. Я потерял три магазина, у меня один магазин в автомате стоял, да. И все, я потерял сознание. Я так слышал в мельком голоса, где-то рядом какие-то голоса. Машину слышал, опять стрельба. Да, пулі просто свістали, э, міни Да, Я слав, як э, осколки бились об этот прицеп. Они там прошили его насквозь. Я просто чудом ну, остался живой. У часи постійного пресингу й напруги потрібно знаходити час для перепочинку. Відпочивай правильно і емоційно перезавантажуйся разом з Фаубет. Дай спорту тебе підтримати. Будь всередині гри. Друже, пізнаєш, я той, хто завжди просив твоєї фанатської підтримки. Всі ми просили. Настав час нам віддячити тобі. У непрості часи, дай спорту себе підтримати. Як коли заряджав на трибунах, зарядився ввечері на дивані. Візьми тайм-аут серед постійної напруги. Дозволь собі пограти або подивитися як грають інші. І не забувай рухатися заради своєї мети та заради спільної. Спорт завжди підтримає тебе. Фавбет! Залишайся всередині гри! На наступний день я тільки очнувся. От прийшов в себя так немного, да, я пополз. В поисках воды мне очень хотелось пить, да, у меня все пересушило. Я нашел воду, в голову пришло, что мне надо найти рацию и связаться своими. И я пополз в этот палисадник и я увидел рацию. Но рация уже не отвечала. Как потом я узнал, э -э штурм длился часа два 3 да, и получается, там э -э Потеряли тоже там и планшеты, и рации, там, да, поставили. как потеряли? Людей убило, а при них были э, рации, но к ним подойти уже люди не, не могли, потому что они лежали так, что русские, как только отошли, они пришли, их заминировали. Угу. Да, да, тела уже, да, заминировали. Да. И нашим ребятам э, буквально могли забрать тела на дороге, потому что там заехали на машине, а эту машину просто расстреляли, там начались прилеты мин. И я, а я лежал от этой машины 20 метров. Просто 20 метров, но я лежал без сознания, да. Как меня не задела мина, я не знаю. У ну, меня просто мины были ну, в 10 метрах прилеты. Мне кажется, минували тела. Я так сам чувствую историю, что заминували там, например, ваши какие-то вещи, рюкзак. Было такое. Э, получается... Рюкзак свой я положил в доме. Сам я жил в кустах. Пришел в этот дом в поисках спичек. И когда я пришел, мой рюкзак находился возле дома, хотя я его ложил, я его просто забыл. Получается, в этом доме, когда собирал продукты, да, я его оставил, и уже второй раз я не стал возвращаться, думаю, утром его заберу. И когда я пришел, мой рюкзак лежал просто на улице, на пороге. Я подошел к нему, я смотрю, под ним граната лежит. Под ним просто лежала граната, да. Когда я зашел в дом, я не тронул этот рюкзак, я зашел в дом, лежало два телефона. Один кнопочный, один сенсорный лежал. Лежали продукты, их не было, понимаете, вода стояла. И, что самое главное, я обратил, я глянул на стену, там висели часы. И они просто работали, понимаете, там нету живых вообще, ну, в этом селе ну, никто не живет. И там все разбито, и я, да, мое шоковое состояние, что я так понял, что враг хотел, он меня засек, и он хотел выйти со мной просто на контакт. Росіяни знали, що український військовий залишився на території, яку вони контролювали. Якщо ви пам'ятаєте такий серіал, як грав Кальмара, тут можна провести певну аналогію. Вони в онлайн режимі з дрону стежили за українським військовим. Інколи Євген таки потрапляв в об'єктиви камер. А одного разу росіяни взагалі зайшли у приміщення, де він перебував. Мене дрон побачив. Прилетіла міна прямо возле підвалу, Мені політіли в мене камні. Да, я не мог выйти, и я выбежал с этого подвала, потому что я услышал э, э, голоса, я услышал голоса с акцентом, я понял, что это русские, потому что, ну, наших там не должно уже было быть. Это а в подвале уже... они выходят, что вас побачили дроном, и да, просто ну, чекали, да, когда там получается, выйдете. когда я выходил, вылетел резко дрон из дома, и он, я не успел укрыться, да, и меня просто не заметили, и все. И получается, они, они начали запускать дрон. Я выбежал с этого подвала, спрятался, э, спрятался в гараже и накрылся, получается, накрылся дверью. У меня был автомат калашников, у меня руки просто дрожали. Я, ну, понимаете, когда один, еще такая стрессовая ситуация. Это был уже, наверное, четвертый или пятый день. У меня организм истощенный был, высокая температура. Спал я на улице. Дождь меня намочил, был очень сильный ливень, два дня, это, ну, это в домах было опасно э, ночевать, потому что они приходили, они шастали, они забирали наше БК, что осталось, патроны там и, и, раз, и гранаты и все остальное, что было задеяно в штурме. Э, и получается я накрылся дверью, но они прошли мимо. Наскільки близько до вас були росіяни, тому що ситуація, коли ви змушені накриватися дверима, вже не дуже добре. Ні, росі... е, вони йшли видно по дорозі. Я услышав їх, тому що мені треба було е... нирнути в кусти. Я кустами передвигався, тільки не по цьому. І Я слышу, хтось йде по дорозі, я зрозумів, що я не встигаю. Я із-за дома виглядав, я зрозумів, що я не успію нырнути. И я отступил назад, и в гараж забежал, и была просто такая дверь, в самом конце она стояла, такая облокотившаяся, и я просто залез под нее, так поправил ее, направил автомат в сторону дверей, да, ну думаю, что ну, у меня просто выбора не было, гранат при мне не было, их зашло человек пять, может даже больше, ну мне просто повезло, что он не пошел вдаль гаража, потому что там было все досками завалено. Там был прилет, обыскали все и ушли. Получается, у них засада была э, перед входом в село, да, потому что там еще лежали тела на дороге наших ребят, да. Я не знали, что за ними придут, и они устроили там засаду. И когда получается, они запускали дрон свой и потом делали сигнальный выстрел, чтобы я к ним. Пришел. Угу. Это был вам знак, да, что... да, да. Знак, что вы к ним, потому что я сразу понял, что они оставили телефоны, оставили мне еду, оставили, да. И как только дрон они запускали в этом квадрате, понимаете, они знают, что я в этом квадрате нахожусь. Но ну, там такие заросли, что тяжело ну, меня найти. Они периодически простреливали, там, минами запугивали. Да, И это по подвалам били, по домам, да. И это и как только дрон пролетал надо мной, где-то вот он бывало вот пролетает да, низко, они делали сигнальный выстрел, да, с откуда я уже слышал, где они сидят, да, чтобы я просто к ним пришел, понимаете, и все. Я этого, конечно, не сделал. А вас не воду мог ну, там, 8 дней, э, голодный, холодный, мокрый, э, до своих далеко, постоянно простреливается, дрон летает, вас бачит, ну, реально не воду мог сдаться? Нет, нет, такого не было у меня. Я ждал до последнего, потому что там такая местность получается, что э, к нашим выходить только через них. Это самый был безопасный путь, потому что если бы я пошел бы посадками, там, ну, как потом с рассказов ребят, там просто э, леска на леске, там все заминировано, да, все, буквально все. И я мог только выйти той дорогой, куда мы заходили, понимаете, потому что эту дорогу саперы, они ее уже прошли, понимаете. И то я зацепил растяжку, я заметил и чуть ее не зацепил. Висела граната, и я чудом, ну, просто увидел, потому что леска такая, что ее просто, в такой траве ее не, ну, невозможно ее просто увидеть. Вы же та я так минными полями? Я уходил именно минами полями, я рисковал, что и врага мины. И когда я приближался к нашим позициям, там тоже заминировано все. Там тоже заминировано, да. И, я, и они просто удивлялись, когда я вышел на позиции, они просто удивлялись, как, ну, как я вышел, обошел все мины. Я и шел не дорогой, потому что когда я приближался уже к нашим позициям, я увидел, что дорога вся была обстреляна, яма на яме, деревья валялись. Я помню, что это такого не было. И я на свой страх и риск пробирался тоже посадками. И чудом я вышел, их уже не было. Я нашел нашу еду уже. Да, я с голодухи разорвал эти сухпайки. Начал там суп есть, это уже темнело. Потому что ночью выбираться, э, меня бы просто застрелили, или наши, или они, они меня бы просто увидели и застрелили, там, да, это ноль. Вы шли в день, да? Да, я шел в день, но я на восьмой день начал идти, потому что я уже слышу два дня, не было, дрон летает, но уже не было сигн... ну, выстрела. И все, я понял, что они ушли. Выбирался я с этого села 7 часов где-то 7-8 часов, да, а все остальное время я находился там, я обдумывал план, как выйти, и я тщательно обдумывал, чтобы и, и на наши позиции не выйти, чтобы э, не обстреляли, понимаете, потому что разные были случаи, да, что э, враг переодевается в нашу форму, угу. да, как недавно был случай, просто вышли на наши позиции, да, начали там лапшу вешать, что там... Позывные называть, они, может, по рации слышат эти позывные, понимаете, как прослушивают рации, да. Что мы такие, мы такие. Так же самое я, когда вышел на позицию наших ребят, да, на меня сразу наставили автоматы, но я, я сообразил, и я чудом сразу за дерево упал и начал кричать, чтобы они не стреляли. Начал называть свой батальон позывной, роту свою, да, чтобы они вышли по рации, да. Я говорю, я выхожу из села, были штурмовые действия, тому подобное. Они кричат, сейчас гранату кинем, да, выходи. Я уже, я где-то 5 минут переговоры вел, да. Я под... Вы разъяснили, все это свои? Да, я сперва не разъяснил, потому что я разговаривали сперва на русском, я что-то подумал, что засада именно русских, что я нарвался на их засаду, потому что я знал где-то по карте, у меня карты не было, но я знал где-то, что позиция должна быть уже наших, но я не знал на каком она километраже, ну находится и все. И я думал, что-то это русские позиции, ну, русская засада. И когда они мне начали кричать, а ну скажи там э, поляныца или еще что-то, все-таки страху, працюви. Честно, я со страху даже вот, э, у меня такая паника небольшая началась, да. Э, тут, как говорится, жизнь уже вышел, тут уже, блин, <свят> и не хватало, чтобы свои застрелили. Тут уже жизнь, как говорится, висит на волоске твоя. Я со страху забываю украинский язык просто, да. Я начинаю вспоминать, а они мне кричат на украинском э, балакой. И я, я начинаю, у меня такой суржик начинается, просто у нас такой русскоязычный город. Я начинаю вспоминать эту вот Украину. Мне и так голова вот такая, ну, столько событий пережить. И он говорит, выходи, что ты боишься выходить. Я говорю, только не, ну, не стреляй, потому что ты сейчас дуру, ты мне выстрелишь в ногу, да, говорю, или ну, куда-то. Потом, блин, инвалидом можно остаться, блин. Потому что так оно и делается, понимаешь? Он сперва выстрелит, а потом будет со мной, ну, допрашивать и все. И я поднял руки, говорю, только не делай ошибки, все. И я когда подошел к ним, да, потому что у меня же тоже и пулеметы, и гранаты висят, да, ой, пулемет, говорю, автомат, я так развел в стороны все, они меня затащили, посадили, раздели тоже, да, перепроверили все, начали вызывать. Я говорю, вызывайте, ну, там, наш батальон. Мне еще интересно такой момент, мы сгадали мини-поля. Как вы вообще наважились на них идти? Какие у вас думки, когда вы понимаете, что там будь-який крок, он может быть останний? Я шел, да, на свой страх и риск, но я не шел дорог... тропинками. Я сразу сообразил, что надо идти, блин, за росшими кустами, угу. и все. И я просто и шел за кустами, надеясь, что я не, не какую-то, понимаете, там, оно леская если была бы. Обычно ставят в таких местах, где ее не может зацепить, там, э, ну, например, заяц там пробежит, зацепит, или там леса в траве такой, где как в полный рост человека, блин, ну. Оно будет видно, что там кто-то заходил, что-то ставил. Да, где-то натоптано, где-то это. И все, я, я принял решение, что надо идти только такими зарослями. И тогда будет норм, все, да. Больше я переживал, когда я уже вышел да, на более ближе, подошел к нашим позициям, когда я увидел уже мины, я обнаружил и противопехотные торчали мины. На дороге лежали противотанковые, растяжки были, блин. Потому что, да, я понял, что, блин, где-то, блин, позиции уже близко, блин, наши. И все, я там сделал вывод, что дорога я не пойду, а надо идти, короче, обходить все. И опять же, тем же методом я шел, где заросшие. Где заросшая трава, полный рост, и все, я нее шел. Там бы, если просто, если бы меня ранили в том селе, ну, помощи потом бы, ну, я бы не ждал бы. Да? там просто если бы меня ранили, да, я бы наложил бы себе турникет, к примеру, там на ногу, на руку, а вы же знаете, турникет вот, два часа как максимум и все, потом просто у тебя рука отмирает, просто мне бы уже не было бы выбора, это я уже так думал, да, вы просто мне вопрос задали, вот, не думал и сдаться, поняли? И меня бы уже не было выбора, я просто бы дрон бы увидел бы, я выполз бы на дорогу и уже начал бы, ну, там, махать ему рукой дрону, а чей то дрон был бы там русский наш, ну, у меня просто бы не было выбора, так. Спасибо. Потому что я бы не дополз. Вот если бы эта нога была прострелена, я бы не дополз. И то это не к ним просто сдаваться это просто ну, просить о помощи дрон кого -то. да хоть кого а ты же не знаешь летит это русский дрон наш mm -hmm. дрон они все одинаковые но... mm -hmm. и все. сейчас он прилетит на тебя скинет гранату и может и такое было быть. Усі прекрасно розуміють, що дрони, починаючи від таких до тих, що не вмістяться у цій студії, це сьогодення і майбутнє цієї війни. На жаль, росіяни в цьому питанні далеко просунулися. Нам потрібні державні програми і допомога кожного із вас. Як взагалі обрати потрібний дрон? Якщо ми говоримо про зручність, це можна робити на Є-каталог. Е Там, по-перше, можна порівняти ціни, але це далеко не головна фішка. Показую. Обираємо квадрокоптери. Праворуч звичні параметри це виробники, ціни та ще купа функцій. Наприклад, вам обов'язково треба, щоб дрон повертався додому, або він стежив за певним об'єктом. Але найзручніше, ось тут сортування. Воно максимально деталізоване. Такого я не бачив на жодному українському сайті. Наприклад, ви можете відсортувати дрони за вагою. Найважчий з наявних DJI Agras, він важить 13 кілограмів. Вам потрібно вибрати дрон із найбільшою дальністю польоту, чи, наприклад, такий безпілотник, який не боїться вітру, і буде нормально показувати себе у погоду, яка зараз за вікном. Усе настільки зручно, що обрати необхідну пташку може топовий профі або людина, яка взагалі нічого в цьому не розуміється. Посилання на її каталог залишаю в описі до цього відео. Вы же пришли с такого напрямку, с которого, в принципе, я так розумію, не повертаюся. Або организованно, або уже не поворачивается. Да, да, да. Или ждут в течение трех дней, или в течение трех дней, потому что там было разорванное тело, а это тело было непонятно, ну что именно. Наше командование, она подумала, что это, это я. Там просто не узнала, там и головы не было что это я был, да, и меня уже объявили в без вести пропавшим, потому что погибшим они объявить не могут, потому что пока, пока тело не будет, на ДНК брать, ну, а тем более головы там нету. И уже моим родственникам сообщили, что так и так, без вести пропавший, и все, и уже меня как говорится, похоронили. Ну, по факту, вашим родичам неофициально сказали, что вы уже загинули. Ну, да, да, небага. моим родственникам уже до да, военкомата повестил, потому что это делается не напрямую, это повещается в военкомат, документы идут, в полицию. И моим родственникам, да, позвонили, и сестра оплакивала уже меня, уже там, да, как говорится, Готовились к похоронам, О, такое было, да. да. И Оповестили, как говорится, наши власти, потому что хоронят героїв, ну там, але слави и тому подобное, да. Ну, это ужасно, конечно, там сколь... слезы были и радости, и, как говорится, и горе, ну, все в перемішку. Что сказала вийшов. вам сестра, когда вы набрали, я же думаю, что вы хотіли, якому швидше зв'язатися з своїм, сказати, що ви живий. Меня сперва допрашивали наше командование, потому что переживали, может я э, измена родины, понимаете, да, там вышел на контакт с русскими, а теперь я как, ну, меня отпустили. Разные, потому что это война, много разных ситуаций, да, и пока я не пройду контрразведка со мной не пообщается, не пройду этот э, Детектор лжи меня э, изолирует. поняли, от а других, да, изолирует. как бы, ну не в пленуде, <свят> ни, ни, ни в коем случае, просто под э, присмотром телефон не изымали, конечно. И это. И я бы сестре позвонил уже на следующий день, потому что ребята были очень рады, наша рота вообще, она вышла без потерь. И я на следующий день, да, позвонил сестре. Та там она в шоке была. Она просто в шок. Она не верила. Она, она говорит, что я не верила, а чувствую, что ты живой. Он живой и все. Ну, вот она чувствовала. Что вам сестра сізна. сказала перші слова? Потому что, насправді, таке пережити для сім'ї не уявляю, який це удар. Она, она мне сразу сказала: у тебя очень сильный ангел-хранитель. Потому що я и в аварию попадал, да, я був, смерть. у мене була таке клинической Да, У меня в 2013 году я на мотоцикле. Очень сильно разогнался Большую скорость И просто на перекрестке Выехала машина И я вывернул влево И мотоцикл об дерева Я вылетел короче с этого мотоцикла Шлем разбился в дребезги Да у меня шрамы остались на лице И когда приехала скорость скорая, да. Они мне констатировали смерть да. И только они мне констатировали смерть Я через минуту оклыгаюсь, у меня кровь течет, я не пойму, что со мной происходит. И, как говорят, там ты идешь, там видишь там свет в конце тоннеля. Нет, такого не было. Именно была вся моя жизнь, вот такие моменты вспышками. Раз, там какие-то моменты, раз, все там маленькие, я там... Вот так вот вспышками оно и шло. Да, и вот, да, да, вот какие-то там радостные моменты, какие-то грустные, вот такое. И потом раз вспышка, я, я весь в крови, я не пойму, что это. Меня вот забрали в больницу, там ну, врачи просто сказали, это чудо. Да, это все, чудо. это но... как в фильмах Они... показывают, такие такие. Таки, да, а... да, вот такие вспышки, поняли? Были вспышки, да, раз вспышка, какой-то момент я там где-то, ну, там день рождения там мое, да, там я маленький, и ты это смотришь как со стороны, mm -hmm. поняли, не именно вот, а смотришь как со стороны, Потом раз вспышка, какой-то момент там, там, твоя любимая женщина, да, там, и ты смотришь там, как, как ты общаешься с ней, вот, понял, как со стороны, я, ну, и вот так оно быстро, сразу вспышка, вспышка, и вот эти картинки, картинки, да. А потом раз вспышка, и я, получается, я лежу на асфальте, кровище льется. Скорая, люди, я не пойму, у меня шоковое состояние, что случилось. Я вот, ну, потеря памяти, да, я не помню, что я вылетел, с мо... ну, был на мото... Мне говорят, ты на мотоцикле разбился, это... Да нет, я вроде и шел домой, ну, у меня mm. вот такое было, да. А уже перестали бороться, Ну да, они, кажется, я лежал просто, вот, она уже начала, я помню, что звонить там что у нас это, ну, труп. Пульса не было. А вы чули эти разговоры? Не, я не чул. Я, я когда осл... ну, очнулся, и я слышу, она это разговаривает по телефону, да. и, и друг мой кричит, он очнулся, ну, он пошевелился. И они же сразу ко мне, все. И я встал. Я встал, не то, что у меня там плохо было, просто я встаю, у меня все вот это лицо, все в крови льется кровь, у вас... и меня вдруг кричат, а, сказали, что ты умер уже, да, Может, mm -hmm. <laughs> часами, но они разводили руками, понимаете, и, ну, и все. Вышло такое... так что за життя уже двоечки помирали? Да, да. Ну, даже мне даже и сестра говорит, а, однажды ты уже умер, да, сообщили. Зараз Євген повернувся на службу. Він буде читати коментарі, тому активно вмикайтеся, напишіть кілька приємних слів. Я думаю, що він від цього отримає задоволення. А ще друзі, не забудьте поставити дзвіночок, так ви не будете пропускати важливі відео на нашому каналі. Лише 30% наших підписників стабільно дивляться ролики. Тому давайте включайтеся, виправляйтеся і підтримуйте український Ютуб. А що вас запитувала контррозвідка? Тому що реально, ну як мені пояснили, що вони були в шоці, тому що приходить людина з тих позицій, де тільки росіяни можуть прийти. І вони там що до вас були питання, тому що вони думали, що це неможливо, в принципі. Так, да, там там ще був чоловік, там теж було тіло неопознане. Думали, це він чи я і предупредили там, хто на нулі позиції перші. что может еще выйти люди, еще могут остаться там, да, могут выйти люди, потому что когда ребята отступали, там так накрывали, ну, ну там ад, именно был ад, там до сих пор вот ребята, они на лечение ездили, в профилактуре, с ними и психологи работали, вот даже меня забрали психологи, я три дня находился в нашем центре, психологическом, да, очень хороший центр. Люди работали со мной психологи, там и рисовал я, и, ну, вообще, и общались, поняли. Потому что после таких штурмовых атак, ну, люди просто, ну, сходят с ума, понимаете. Ну, можно тронуться. Если с тобой психологи не будут работать, ну, Це просто потом. Я не знаю, як людина тяжело вернутися в нормальну жизнь. Поєсим, будь ласка, фразу, яку кажуть, що люди, які там відчули війну, вони вже не повертаються такими людьми, якими вони були раніше. Він на собі теж, напевно, це відчули? Після того ж самого штурму, 8 днів виживання. Ви знаєте, ніт, я став даже более спокойным. Угу. Uh -huh. Да, вот более стал. Раньше какой-то был, знаете, более агрессивный как-то, как всемотносился, ну, всё раздражало это. Я ви, ребята були в шокі. Мої родичі були в шокі, коли зі мною пообщались, сестра. Ну, та ти нормально триваєшся. Ну, Ти культурно навчаєш. Ну, я, я ж вчитель музики в школі. Ну, за мною ще місце там є. Понимаєте? Як у вас таке життя от бурхливе? Ви там штурми, двічі помирали, проходили мінні поля, а професія в житті вчитель музики. Ну, так дуже контрастує. Да, всегда был, хотел э, быть спортсменом, футболистом. Ну, кого на футбол, кого на бокс. Меня мама повела, у меня мама сама музыкант, она виолончель преподавала всю жизнь, в школе отдала. Меня мама повела в музыкальную школу. И так оно, ну, мне так далось фортепиано, да, я выступал и на конкурсах, и, и, и гран-при получал, и всякие премии, грамоты, да, меня везде тягали по всем конкурсам. Потом я поступил в музыкальное училище. Да. Я закончил музыкальное училище, пединститут. Да. И так сложилось, что я не хотел идти в школу работать. Я говорю, это не мое, это, это не то. А мне все, да попробуй, попробуй. И я как-то попробовал, да. мне это понравилось. Да. Ну, С первого я был, конечно, в России, дети, от первого класса до одиннадцатого. А, а я же не только музыку, я и художественную культуру преподавал, и этику преподавал еще было, пятый, шестой класс, ее еще не отменяли. Военруком я был в школе, захист в я преподавал, потому что мужчин нет, у нас было там три мужчины, это физрук, трудовик и, и, я, и все. А то, что в основном женский коллектив, зарплаты ж очень маленькие. И все, и бывало, берешь другие предметы, ну, чтобы какая-то была нагрузка. И так я втянулся, да. и мне вот это в школу. по Пинерским лагерям, ну, оздоровительным, сейчас они оздоровительные, да, лагерям, Всегда был и плавруком, и физруком. У вас на везде есть? Да, у меня есть самая престижная награда, у меня это учитель года. Конкурс, всеукраинский конкурс, и его надо пройти от района до Киева. Uh -huh. Да, это все областя участвуют. Ну, я занял город. На области я, получается, мы приехали в Днепр и начали тоже каждый свой урок показывать. Но я не прошел. Там более учителя уже со стажем были. Они пошли дальше. А к учитель року опинився на штурм? Получается, смотрите, работал в школе, началась война, началась война, а у меня такой предмет, то онлайн он просто не ведется, он не ведется, оставили онлайн предметы, такие просто математика, там, да, геометрия, такие, что как в институт, чтобы людям более поступать. А нас просто сократили. Кого на 20%? Меня просто сократили, но место за мной осталось, да. И все, я, получается, подрабатывал там, где мог, был охранником, там работал и в Варусе, и в АТБ, да, вот так подрабатывал. Ну, потом я все-таки решил, надо идти на фронт. Да, надо помогать, как говорится, поднимать нашу страну, потому что враг не отступает. Вот я так оказался, да. Хотя я до, ну, очень много раз думал, сразу в военкомат не шел, ну я там проходил комиссию, то предлагали, я отказывался как бы до первой мобилизации. Ну потом я просто решил надойти. потому что ну, меня жизнь как бы вынудила, ну, заставила, понимаете, заставила жизнь. Да. Сейчас бы я где-то бы сидел бы в тепле-добре, кофе пил даже те онлайн уроки бы подавал бы. <кхем> да, ну сейчас, видите, в окопах. Сейчас я живу вот среди вас, да, в любой момент может и мина пролететь, вы видели, и вертолеты летают. Ну, в зоне боевых действий, как говорится, сейчас тут. Мы с вами сплакувались в певный период часу тому, и вы такую фразу сказали, которую я запомнил, что, слава богу, я там зараз в окопчике где-то на нуле, и это не штурм. Вот а, ты типа, у вас такие уже контрасты пишут, потому что Бо кто-то боится, думает, нуль это уже вся смерть. А что это совсем меньше? Нет, нет, нет. Ноль это... это... Вот мы а через поле или вот в одной посадке русские сидят. Конечно, это очень опасно, туда идут такие уже подкованные люди. Сразу, конечно, не посылают тебя на ноль, ну там на мясо, как говорится. Там, и это, конечно, сперва обучаются сперва мы такие позиции обходили. Там, и штаб, ну, штаб охраняли, и село охраняли, и постепенно нас кидали там. Там на вторую линию, на первую. Так, и сразу, конечно, не, тебя туда не кинуть, потому что ты там будешь просто беспомощный. Ну, понимаешь, там надо уже быть подкованным, потому что в любой момент могут и русские нападать, так как и мы можем, понимаете, нападать. Да, это война, это ну, непредсказуемо. Мы вот много ребят потеряли. Вот буквально на той неделе прилетела мина, да, и у нас погиб тоже товарищ, полковник. Ну, полковник это его позывной. Хороший человек был такой. Обучен был, он с 2014 года воюет. Храбрый, никогда не боялся. Шесть медалей имеет. Да, он никогда не боялся, не прятался от этих мин, да, как говорится, смотрел смерти в глаза. И вот видите, прямо в окоп прилетела мина, и там, я как увидел тело, там начался пожар, гореть все начало, да, там выгорел труп. Да. Я как психологично после такого повертаться, скажите, когда вы такие бачите в мирной жизни? Очень тяжело, очень тяжело. У некоторых ребят был очень шок, там пока отстранили от нуля, там психологи с ними работают. Такое увидеть, это надо очень, очень психику иметь очень крепкую. Простой человек просто, ну, он, ну, он будет в ступоре, он, он уже больше туда не пойдет. Понимаешь? А, насильно, а насильно, ты не потянешь. Ну, если он не хочет идти туда, ну он просто будет тут полезен больше, чем там. Понимаете? Туда уже надо таким идти, что более опытные, более. Потому что мы. Ты туда пришел, а вечером ты можешь туда уже не выйти. На початку видео я згадував, что цей випадок це фактично сценарий для голівудського фільму. Чим реальні історії наших героїв гірші за безумовно крутий і культовий фільм Легенда Гюгласа або менш популярна стрічка, основана на реальних подіях під назвою Проти сонця? Події розгортаються за часів Другої світової. Троє пілотів США зазнають аварії в Тихому океані, виживають на рятувальній шлюбці без їжі, води і в компанії Акул. Якщо ви не хочете дивитися «СМТ а маєте круті історії про українських героїв, пишіть у коментарі або мені в інстаграм. Ну, операція пройшла успішно це, да. мы, мы были, это отвлекающий манер, там должна была там, в одно село пройти техника, поняли? Угу. И просто весь, вся сила, вот эта миномет, да, она ценой жизнями, конечно, это страшно. Ну, Операция успешна была, медали, ребят награждали. Что? Все, пора. Снять, оставить <свес> тебе на память, забыть <свес> это про, про, солдатню, как про страшный сон. Дальше с доблестью и честью выполнять поставленные задачи, так как вы это сделали ранее. Спасибо за службу. Служу <свес> народу Украины. <свес> Мне интересно несколько моментов по вашему такому экстремальному выживанию, которое вышло. Вы там были 8 дней. Чим ви харчувались, скільки ви взагалі в принципі їли? Тому що там я так розумію, що ну, страшно просто кудись вилізти, показати раз. Дрон літає, росіяни ходять. Угу. Що ви робили? Uh, Перші три дні... Первые три дня он, я вообще не вылазил с того места, где я оборудовал Я там оборудовался, там э, каремат разложил. Это ну, были какие-то кущи, так разумеется. Да? да, это очень там, э, понимаете, там все заросшее, это заброшенное село, там уже это как началась война, туда все люди выехали, да, там все разбомблено. Я что-то так сразу понял, что это самый безопасный вариант, потому что э, эти кусты находились над дорогой и там такой обрывчик был да если будет работать по мне с той стороны или автоматной очереди или пулемет по мне просто он не, не попадет и получается первые три дня у меня вообще была бутылка воды да даже меньше еда у меня была там один сухпаек у меня был получается там рационная там завтра обед это я растягивал а все остальные дни я начал лазить по погребам, там заброшенные погреба. Там помидоры нашел консервация, там огурцы, там какой-то салат, там кабачки были. Там кто-то нашел, кто-то, видно, уронил или ели, ребята, поставляли сухпайки. Вот. Я забрал, там они не распечатанные были. Там сухари какие-то нашел. Ну, надо было питаться, потому что, ну... У меня и дизентерия там началась сильная. И это, потому что когда я вышел, меня доставили к нашим медикам. Она говорит, у нее так истощенный организм, у меня узкие эти зрачки были, у меня давление очень было, температура высокая. И она говорит, его капельницу сейчас нельзя, потому что ну, у него очень истощенный организм. Меня капельницы просто не ставили, да. ему сейчас надо хотя бы эти дни немножко ну, покой, там таблеточки какие-то там она выписала или антибиотики попринимать. И наедаться, наедаться, такое не жирное, а вот так, ну, какую-то калорийную это пищу. И, все. и только потом мне начали там ставить капельницы от, от контузии. А как вы спали? Все одно что ж понимаете, что там может в любой момент зайти, там не можно страшно. Не, э, получается, я э, разложил, у меня каремат был, да, я разложил каремат. И я накрывался, у меня был этот такая накидка понча, это от дождя с капюшоном. И я просто ею накрывался, вот так с головой. И все, и так я спал. А бронежилет, я не одевал там бронежилет, потому что когда-то я начал перемещаться, а там начала ЗРК стрелять, это ВОГИ. И они как начали стрелять, я еле, блин, это, а я был, короче, в бронике, да, я еле, короче, ушел, и меня чудом просто осколками не зацепило. Я потом понял, что я буду перемещаться без бронежилета, потому что мне удобнее, ну, бежать или там даже в те кусты прыгнуть или где-то в дом забежать. А бронежилет он мешал. Бронежилет я просто его ставил перед головой. Да, в сторону русских, потому что там они стреляют, потому что наши стреляют, понимаете, мины ложатся, да, что они стреляют, и они стреляют, и БТР там каждое утро стреляет их, и оно все стреляется над моей головой. А вы между да. Дрон, да, он меня где-то увидел, но я же один день на одном месте не находился. Все, я тут, Сегодня я тут, все, завтра я переместился вообще в другое место. И я держался ближе к русским, ближе. Почему я к ним держался? Да, потому что они минами накрывают и стреляют вот эти посадки, обстрелы, потому что, может, наша разведка где-то заходит, где-то наши дрончики. И было, блин, возле наших держаться было просто опасно. Ваши учни знают, в каких историях вы побывали? Так, <смеш> да, знают, потому що э, меня виставляли э, Юра Багруденко. Он меня почав в групи виставлять, в разные групи, там в Фейсбуке, там в, это, еще каких-то поискових группах. Джо э, пропав при штурмі, пропав там Остапенко Івен, и да, э, э, досі не виходят на связь. И когда я нашелся, он потом там, ну, люди там репосты делают, да, ну, мало ли, может, он в плену уже, может, это, потому что много ребят в плену, и, как говорится, ну, весточки от них нету. У меня тоже есть знакомый, год от него весточки нет. Живой, неживой. Вот как взяли там их позицию, там, штурм, ну, тел нету. Могли расстрелять, вот рассказывали, просто вот подъехала машина, взяли они там позицию русские, да, подъехала Беха, получается, погрузили, а пятый не влез в нее. Его просто расстреляли на месте, да, просто что он не влез, все, остальных забрали, пленных, да, было такое. Євген Остапенко відновився та повернувся до Збройних сил України. Навіть отримав нагороду. Більше про нього розкажу у своєму телеграм-каналі. Знаю, що багато з вас хоче підтримати його фінансово, такого незвичного учителя музики, тому залишаю збір. Реквізити будуть в описі до цього відео. Ось тут QR-код ми збираємо на гранатомети для його підрозділу. Будь-який ваш донат – це Подяка Євгену за службу. А підписка і вподобайка нам за роботу.